Надоел уже, что мы дорогу. Это и есть потенция мужская, да. Типа, ну, власть как бы. Не власть, которая там наслаждает, а власть знания, опыта работы. И она тебе, то есть, ну ты это солдо можешь и дальше продолжить. Можешь, да, и так далее. То есть, это знак тебя не обязывает ни к чему, как я говорю, Доном Корлеоне становиться, да, преступник, то есть. Преступно мыслить, так скажем. Переходить в разряд ограниченности, когда ты будешь, понимаешь, за что-то держаться. Держаться это по-мужски или по-женски. Да. Да. Вообще-то, если женщина нормальная, то есть как мы просто их как бы с собой берем и держим их сами при себе, как скажем, да. Даже не то, что держим, просто. Ну что, не так, что ли? Это. А, думаешь, ну он понял тебя. Нет, я не пытаюсь, я ничего не навязываю. Просто это нормальность, которую как бы все как-то хотят изнутри, что ли, как сказать. Это вот нормальность, оно как-то вот хорошо. Какая сейчас это пошел нахер? Ваша хинея, блин, какая-то нежитская, непонятно. Да. Просто здоровье какое-то, понимаешь? Просто вот, ну, то есть то, что нормально и для женщины, и для мужчины. Для нее нормально быть не мужчиной. Понимаешь, а вот женская какая-то пассивность, покладистость. Какая-то вот не интеллект, а вот душа какое-то, приохивание, да, как курочка какая-то, или там, не знаю, коровушка, да, рыбничка какая-то, да. Это хорошо, понимаешь, а не мымры какая-то, такая полбетховена, полусосисочная, такая. Вот у меня сосиска, а у нее полусосиски. Ну, я понял, ладно. Алло. Женя, привет. А, мам, да, здорово, привет. Здорово. Как у тебя дела? Не звонишь, ничего? Да, тут пока так, раз два. Пока не так. Ну, не болеешь? Ну так, чуть-чуть. Вроде проходит уже, прошло. Проходит уже. Угу. Ну ладно, может быть, это самое, если что, да к нам заезжать уже будешь. Че, на автобусы ведь ходят прямо до нас. Я каждый день езжу. У него сейчас некогда сейчас. Ты работаешь? Нет, да я занят просто. Ну ладно, звони, ладно, а то совсем не звонишь. Да долго же до вас ехать? Через дорогу? Да вообще недолго ехать, я 15 минут еду от своей остановки, 7 минут иду до остановки от дома. Полдня туда. Ну, неважно. Ты не слышишь, как бы. Все нормально у вас. Да. Ладно, Серега же есть, все нормально, значит. Серега же у вас есть, все хорошо. Ну ладно, давай. При чем тут это? Нет, все как бы все хорошо. Ну что все хорошо-то? Спасибо за приглашение, все же хорошо. Нет, вообще звони. Ладно. Рассказывай хоть как у тебя дела, что и как. Ладно, постепенно. Угу. Ладно, давай. Я побежал, Иван, ага. Давай. Давай, пока. Грубый человек просто. Мне жениться надо. По-нормальному. Я не имею в виду, что вот как бы надо, я имею в виду, что у меня должна быть жена, а не мама, понимаете? Ну, то есть как бы поэтому, чем мне сегодня о чем говорить, наверное. Нет, я на них не злюсь, просто мне надо работать над собой, типа, все. У них все нормально, самостоятельная жизнь. Здоровая пара, друг друга любят, все дела, счастье, дом, собака там, свинья, не знаю, что. Да. Ладно, все, поехали.